Всем привет, как мой брат Антон. Сегодня мы будем вызывать джина. Вот для этого вам понадобится вот любая коробочка, которая открывается. У нас это вот такая вот от чая. Вот такая. И вы должны взять любой листочек у нас вот такой вот и написать свои три желания. У нас это чехол, конфетка и фонарик. Вот, вы берете, открываете вашу коробочку, вот. Потом вы это берете и ложите в комнату на 5 минут. Все, мы пошли в комнату. Вот мы идем. Здесь мой брат мультик смотрит. Вот, и мы сейчас идем. Пойдемте, дорогие люди, не стесняйтесь. Вот. И мы, наверное, положим вот это все здесь. Вот это и вот наш подарок. Ну, вот наш. И мы должны сказать: джин желаний, приди, исполни желания. Джин желаний, приди, исполни мои желания. Джин желания, приди, исполни мои желания. Но потом надо сказать: я хочу чехол, конфетку и фонарик. И мы должны уйти на 5 минут. То есть не на 5, а на 3 минутки. Все, мы уходим. Вот из комнаты. И обязательно закрыть дверь. Вот нужно. Чтобы нас не заметили. Да, чтобы нас не увидел джин. И он не испугался. Вот чтобы, а потом подарки ребята не вручат. Да, джин испугается и не будет. Вот, потому что у нас секундомера нету, и мы будем считать голос. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Вот, а пока мы считаем, хочу рассказать. Вон там наша спальня. У нас хорошая вот погодка там, вот у нас целый двор, домик. Это будка нашей собаки Уорда. Вот. Идиота. Вот. И все, сейчас мы считаем. Идиот. Вот, и мы уже, еще нам осталось, наверное, 2 минутки. Вот. И не забудьте подписываться на мой канал и ставьте лайки. И пишите какой-нибудь комментарий под видео. Вот. И мы с вами будем еще снимать гнома желаний, кота желаний. И этого, собаку желаний. Мы вышли из комнаты. Вот. Вот. И нам очень... Теперь я буду открывать. Вот, еще время мы ждем, тут мой брат еще один, вот, и нам очень интересно гнома желаний вызвать, у нас все будет по 2 способа, вот, осталась 1 минутка, мы ждем, вот, пока мультик идет какой-нибудь, вот, у нас там лежит телефон моей маме, телефон, да, там, игрушечный большой, вот. У нас, кстати, хорошая погодка. Вот сейчас мы вам покажем. Вот это наша машинка вот там вот стоит. Вот. Он наш домик, там бассейн наш. Ну вот. Еще 1 минутка. Чуть-чуть совсем осталось. Вот. Вот это, ну, моего брата. Вот такие вот очки оранжевые. Вот. Они тут без этого жалко. Я вам советовала прочитать вот эту вот книжку. Это от вот компании «Книга за книгой». Вот такой вот медведь. Он сейчас поймем. Тут вот разные. И довольно она стоит недорого. Всего 5 копеек. Вот здесь. И вот такие вот, и вот такие вот салфеточки для реборнов или бэби-борнов. Вот сейчас мы посмотрим. Да, мы уже все, мы идем смотреть. Скорее. Я теперь буду. Вот, мы постучимся. Вот, открываем.
И у нас, к сожалению, ничего не вышло. Так что это фейк. Вот. Ждите нашего следующего видео про гнома желаний. У нас будет на этот раз два способа. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Внизу кнопочка. Нажимайте. И нажимайте кнопочку подписаться. Можно, конечно, и дизлайки поставить, но лучше лайки. Всем пока-пока. Пока.